я думаю, нас сильно представлять не нужно. Все, в общем-то, пришли именно к нам, зная нас уже. Я рад очень, мы рады вас очень видеть. Сегодня мы не планируем вас удивлять какими-то новыми номерами. Сегодня, как всегда, прозвучит клезмерская музыка. Сегодня прозвучит нигун, песни на идише. Я надеюсь, вот у нас на Суккот, если кто был, получился очень хороший момент, когда у нас получилось немножечко спеть вместе. Вот, я надеюсь, эта традиция тоже у нас закрепится. И начнем мы с нигуна. Нигун Рэбе из Лёши. Oh,
правило, как вы уже знаете, как правило, она носит танцевальный характер. И следующая композиция так и называется. Танц, танц, идолы. Танцуйте, евреи. Thank you.
клецмера. Когда-то клецмеры совмещали несколько профессий, и они были не только музыкантами, но и парикмахерами, сапожниками, портными, ну, иногда, может быть, даже зубными врачами. И те клиенты, которые к ним приходили, значит, сшить курточку, потом звали клезмеров поиграть у них на свадьбе. И вот в этой песне рассказывается история про такого Йосла Клезмера, которого все заслушивались его скрипочкой. Я хотел добавить, просто недавно я понял, что на самом деле мы самые настоящие такие традиционные клезмеры, потому что каждый из нас занимается какой-то другой профессией. Ну, я, конечно, занимаюсь и музыкой тоже, в том числе. Но как бы утром мы занимаемся одним делом, а вечером мы играем на скрипочках и прочих инструментах. Так что вы сегодня прикасаетесь к настоящей традиции. Фундерхуф. Мелодия, по которой ведут невесту к хупе. Thank you.
номер называется «Dear Girl». Это песня. Саша, я прошу тебя рассказать. Это песня о Гелд. Голд. Золото. Деньги. Квартплата. Нету денег. Ой-ой-ой. Нету денег. Боже мой. Кто не платит, тот пойдет по миру с умой. Мне пришел по почте пакет. В нем счета за воду и за свет. Ну да кто же их заплатит, если денег нет? Нету денег, ой-ой-ой, нету денег, боже мой, кто не платит, тот пойдет по миру с умой. Сколько могут краны течь? Прохудилась в кухне печь. Вот пусть хозяин сам и платит, чтоб жильцов сберечь. У нас все впереди.
Yeah.
произведения, которые написал я. Я их написал в тот период, когда мы все, я уверен, что все, сидели дома те самые роковые 2 месяца, злополучные 2 месяца. И наш ансамбль пытался продолжать существовать в штатном режиме. Мы встречались каждую неделю в Zoom. Нужно было как-то выстроить по-новому режим репетиций. И возникла идея о создании для каждого из участников ансамбля произведения, цикла. Есть такие своеобразные танцевальные сюиты, которые состоят из дойны, хоры и какого-то быстрого танца. Сегодня прозвучат два цикла. Это цикл для флейты, который исполнит Лейб Прискунов, и цикл для бас-гитары. Дмитрий Гордеев исполнит. Вот. Про бас-гитару, да, это получается немножко такой, да, самая, наверное, аутентичная история. Ну, сейчас вы сами все услышите.
Свадебной истории, да, когда приходят гости, приходят сваты и играют клезмеры, и клезмеры играют виват входящим гостям. Thank you.
название «Солнечный 37-й». Наверное, в 37-м. Интересно, как помните. Да. В часто в них звучит очень простой припев: ай-яй-яй, бим-бом, дедидай, и все в этом духе. И я предлагаю, некоторые из вас, наверное, уже знают эти песни, сейчас прозвучит песня «Шифрайзих мир», песня про
человека, который хотел купить лошадь, но случайно на его пути встретился бар, таверна и корчма. И обратно он уже шел веселый и без лошади. Вот. Но веселый. Но с песней. И с песней. Вот. И мы можем спеть это вместе. Припев очень простой. Давайте я начну с припева.
В заключение мы исполним песню, припев которой вы уже знаете. Называется «Алле Бридер». Все мы братья. Концерты мы очень стараемся сделать доброй традицией, чтобы эти концерты проходили каждый месяц. Не только Шпилклернер Бенд, мы не успеем подготавливать так часто программы,
Здесь проходят каждый месяц концерты. В прошлом месяце играл пианист, выдающийся французского композитора Алькана. В следующем месяце будет ансамбль «Гармидер» 26 декабря. Они представят интересную программу из сефардской музыки. Это музыка испанских евреев. Вот. Приглашаю вас, следите за анонсами. Есть группа ВКонтакте, группа ВКонтакте «Синагоги». Группа ВКонтакте, концерты в синагоге, концерты в синагоге и в Фейсбуке тоже. Вот. Присоединяйтесь, приходите, будем очень рады. Спасибо. Спасибо. Улыбайтесь, дорогие, спасибо вам огромное. Я не знаю, у меня, например, душа поет просто вообще, сердце колотится. Спасибо, спасибо огромное. Помажите мне рукой, пожалуйста. Левочка, ты тоже. Спасибо. Спасибо.